комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Меридиан» прошла встреча получателей социальных услуг и сотрудников полиции. Пожилых людей в очередной раз предупредили о возможности мошеннических действий в их адрес. Просили проявлять бдительность. Как не стать жертвой аферистов, выясняла моя коллега Инна Шейнина. Снять порчу, излечить от сглаза, уберечь счет в банке от посягательств мошенников, помочь в приобретении уникального прибора. Чего только не предлагают аферисты. Когда Нина Лачугина сняла телефонную трубку, ей сообщили, что ее сын Дима попал в аварию. Сбил женщину на Московском шоссе. Если вы сейчас не привезете 200 тысяч, значит, его заберут. Но это надо было очень быстро, потому что девушка еще в сознании. Имя сходится, Дима, все. Естественно, у меня были деньги дома. Ждем звонка. К счастью, тогда аферу злоумышленников удалось предотвратить. Оказалось, что сын ни в какую аварию не попадал. Однако в подобных ситуациях пожилые люди начинают нервничать и зачастую принимают неправильные решения. Сотрудники полиции просили их не доверять сомнительным телефонным звонкам, не пускать домой незнакомых людей, проверять личности тех, кто представляется соцработниками или электриками-газовщиками. Был ряд случаев в городе Серпухове, когда пожилым людям незнакомцы предлагали снять порчу, излечить от сглаза. После проведения нехитрых манипуляций и обрядов настоящие деньги, которые предъявляли пенсионеры, у них изымались. Впоследствии пенсионеры в силу возраста не могут опознать злоумышленников, и это затрудняет раскрытие преступлений. Подобные встречи с сотрудниками полиции в комплексном центре социального обслуживания «Меридиан» проходят регулярно в рамках проекта «Будьте бдительны». Такие случаи были раньше часто. Сейчас получатели социальных услуг нашего учреждения, они грамотные, и они убережены вот от того, что с ними такое может случиться. Но ранее это были очень частые случаи. Пенсионеры нередко отдают мошенникам очень большие суммы денег, накопленные ими за всю жизнь. Вернуть их непросто. Специалисты «Меридиана» и сотрудники полиции просили участников встречи также напомнить о бдительности и своим близким и знакомым.